Здравствуйте! Сегодня распаковка кухонной вытяжки бренда Циарка. Но перед тем, как мы приступим к распаковке, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под этим видео. Коробка у нас компактная, аккуратная. Давайте посмотрим на этикеточку. На этикетке указан бренд Циарка, модель Single 60 Inox. Это нержавеечка будет. Электрохарактеристики 220-230 вольт подключение к сети. Вес вытяжки без коробки 6 кг 920 грамм. В коробке 8 кг 420 грамм. Количество 1 штука. Освещение 4 ватта. Потребляемая мощность 124 ватта. Число скоростей 3. И производительность 1000 метров кубических в час. Давайте откроем, посмотрим, как у нас вытяжка запакована. И что она из себя представляет. Так, открываем. Так, сразу, что нам попадается на глаза? Попадается нам на глаза инструкция с винтами и дюбелями, саморезами для крепления. Отлично. Так, вытяжка по краям у нас зафиксирована в подставке из пенопласта. Давайте-ка сейчас попробуем достать это все дело из коробки. Сидит в коробке очень плотно. Коробку пока в сторону уберем. Так, давайте снимем боковинки. И дополнительно она еще у нас упакована непосредственно в такой вот полиэтилен. Так, давайте посмотрим. Сама передняя панель у нас идет нержавейка, серый корпус, диаметр отвода 150 мм. Есть вилка для подключения к сети. Вытяжка по типу у нас телескопическая. С одной стороны расположены кнопки переключения скоростей, с другой стороны расположена кнопка включения света. Два жироулавливателя и большой светодиодный модуль. Уже про подробные характеристики данной модели расскажем вам в следующем видео.